Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить модернизацию работы партии «Нур-Отан» ее исполнительному секретарю. Сегодня глава государства принял Асхата Уралова. Как подчеркнул президент, необходима системная перестройка партии. Она должна отвечать современным вызовам, быть мобильной в своей деятельности, чтобы в полной мере соответствовать запросам граждан нашей страны. Касым-Жомарт Токаева проинформировали о планах по переформатированию работы партии. По словам Асхата Уралова, центральный аппарат Нур-Отана совместно с фракцией в Мажилисе проводит анализ реализации дорожных карт по исполнению предвыборной программы партии.